Всем привет! Сегодня мы посмотрим внеочередную серию обзора нашей развязки путепровода, строящейся на Советской Армии Новосадовой. Сегодня у нас начинается новый мини-этап строительства. Как все уже привыкли, строители у нас ударными темпами радуют, особенно после Нового года. Сейчас мы пролетаем около Современника и видим первые два пролета, которые сделали еще до Нового года. Первые 16 балок. Итак, мы сейчас быстро пролетим этот участок. Здесь особо пока изменений нет, хоть активно идут строительные работы. Вот сегодня у нас начинается монтаж 6-го пролета около апельсина. И, соответственно, 42-й балки уже. Только недавно у нас была 34-я балка и так далее. Сейчас уже 42-я. Представляете скорость работ? То есть основные такие масштабные работы строители уже прям вот заканчивают. Выходят все, как мы видим, из земли, поднимаются. Вот. И у нас даже, можно сказать, видна уже эстакада. То есть не просто какие-то отдельные конструкции. У нас уже видна дорога. Вот вдалеке мы это все видим. Сейчас мы подлетаем к месту нашего точки интереса, так сказать. Сегодня ночью у нас подвезли две балки. Длинные, огромные наши, там, в районе 60 тонн каждая весом. Возят их, как выяснилось, из Тольятти. Вот, и мы видим, что строители монтируют уже вторую балку 6-го пролета. Мы видим, что здесь вот несколько человек. Один там на уже готовом пролете стоит работник в оранжевом. Вот, и мы видим, что кран, который уже все самарцы в лицо знают, красный такой огромный, как раз придерживает сейчас вторую балку 6-го пролета. Буквально вот утром в районе 8:30 еще ничего не было. То есть пустой был пролет. Стояли только машины с балками. И мы смотрим, что в районе обеда уже смонтировано почти две балки. Все буквально там за 3 часа, за 3,5 часа рабочие монтажники нашего путепровода сделали эту работу. Ну, как мы понимаем, что они уже набили руку. Здесь уже все идет по накатанной. Ставится балка, придерживается краном. Они приваривают к металлическим направляющим, и балка уже стоит на своем месте. Соответственно, там приемные места уже под нее готовы. Вот, вот сейчас рассматриваем, как строители закрепляют ее. Соответственно, еще кран пока придерживает все это дело. Так что сейчас, когда этот пролет закончит, у нас уже будет несколько пролетов сплошных, и будет прям видна уже практически одна сторона эстакады дороги. То есть уже контуры прям конкретно вырисовываются. Это очень радует. Надеемся, что до конца этого года, что нового, как бы, как минимум, как обещали, по одной стороне эстакады запустить движение строителя. Посмотрим, если так темпы будут продолжаться, а по идее с теплом темпы еще возрастут работ, мы до конца года можем уже поехать по новой эстакаде. Вот так это все выглядит. Здорово, конечно, работают. Молодцы. Сейчас мы посмотрим, что у нас еще рядом с апельсином происходит. Ну, там как бы все то же самое, потому что недавно был обзор. Делается съезд. Соответственно, пока там изменений не сильно много. Всем, кто досмотрел этот обзор небольшой, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Сейчас в последнее время видео стали выходить по развязке чаще, потому что работы ускоряются, и изменения происходят практически каждый день. Естественно, что хочется показать все даже небольшие изменения, чтобы ничего не упустить. Потому что если делать обзоры там раз в неделю, раз в две недели, многие детали уже закрываются, их просто не видно.
Всем пока, всем хорошего настроения, хорошего здоровья. До следующих видео. До свидания.